Здорово, брат. Короче, у меня такая херня произошла. Вчера еду, и SAP перестал работать. Мы, блядь, сейчас посмотрел, предохранитель, который от аккумулятора идет нормальный. Ну, чуть окисленный был, но я его поменял даже, ну, изменений нет. Привет, на SAP, на самом посмотрел, тоже нормальный. Индикатор на SAP горит зеленым. Но вчера вот, где усилок в этом районе, был горячий, он пиздец, сейчас вообще не греется. И вот не понимаю, почему он мог не работать. Напишите в комменты, может, кого-то такой был. SAP у меня с усилком встроенным. Сейчас буду бороду снимать вот эту. Бороду, потому что магнитол у меня так не вытаскивается, а там пиздец как прикручено, ее хуй вытащишь. Попытаюсь здесь из-под кнопок добраться сзади до проводов, может, у меня как-то провод вылез от SAP. Не знаю, сейчас посмотрю. В общем, отстегнул уже бороду. Кто не знает, она просто отстегивается на защелках. Я беру отвертку и салфеточку подкладываю, потому что здесь я уже... Вот сейчас покажу. Тут уже пиздец, я подраздрачил, вот видите? Охереть просто. Вот, и тут она вверху на таких усиках. Вытаскиваем ее. Что, блядь, застрял, пидорасина такая. Вот, и все. Можно менять, что хотите. Сейчас буду там через дырку пробовать сзади залезть, магнитолу посмотреть провод. В общем, залезть туда было тяжело, пришлось тут все распердолить, достал магнитолу. И борода вроде все на месте. Но сейчас получше посмотрю еще все. Название? Короче, ни хера там не разобрался, вроде с проводами все нормально, но зато антенну от радио подключу, потому что она не была у меня подключена, то она какая-то вся ушатанная, там провода, блядь, торчат. Но я вот изолентой ее так чуть заизолировал. Отлично. Но... Теперь есть радио. Стулья, теперь только радио слушать, саба-то нет, моя музыка уже так не катит. И так динамики голимые стоят, блядь, еще и без саба, вообще как дед, блядь. Короче, друзья, предохранители нормальные, индикатор на сабе сам горит, но саб не играет. Может быть, кто-то сталкивался, напишите в комменты, что это может быть, куда вообще лезть, куда глядеть. Правда, в принципе, я посмотрел все на месте, и плюс, и масса, все как бы нормально. Даже не могу предполагать. Единственный вариант, предполагаю, что SAP сам сгорел. Но если бы он сгорел, индикатор горел бы или нет, я вот не знаю. Напишите в комменты, если знаете конкретно. Сижу, в общем, информация на остановочке, перекуриваю. Короче, снял SAP, отнес его домой. Ну, потому что он не работает, багажник пусть будет посвободнее. Не знаю, может попробую дома раскрутить его или что. Посмотрю, как там, что, может раскручу, может увижу, что там перегорело, посмотрим. В багажнике место освободилось, но брахла не убавилось. Вот столько много места. И всякой херни тут навалено. Теперь можно грузить багаж. Но я тут еще разберусь, просто времени не было. Так что пишите комменты. Что там может быть с сабом? Уже понедельник наступил, еду сейчас на работу раньше обычного. Тачку надо к 9 на сервис отогнать, чтобы вы понимали. База в одной стороне, а где этот сервис находится, еще точный адрес не знаю, но приблизительно. Это вообще с другой стороны города, далеко ехать. Сейчас покатим газель на сервис, посмотрим, что там скажут. В обратку меня манагер захватит, он поедет на работу. Придется ему небольшой кружок сделать, не манагер, а вообще торговый. И меня прихватят. В общем, повезем еще тачку, посмотрим, что там, как. Поэтому еще, кстати говоря, запчасти мне самому придется ездить покупать. Начальник сказал, сразу едь запчасти покупай. Я говорю, как я могу сразу поехать покупать, если пусть сначала посмотрит, скажет, что брать. Потому что мало ли что там, то все. Ну, короче, посмотрим. По ремонту потом расскажу, сколько это бабла вышло. Мне кажется, это выйдет еще дороже, чем нам предъявили там. Поэтому... Короче, херней занимаемся. Сейчас бы уже на исправной машине ездил, если бы оставили там и все там сделали. Посмотрим вообще. Приехал уже на работу. Сейчас берем газельку и едем. Блять, завел уже, работает херово, нестабильно. Но сейчас мы все равно будем не мотор смотреть, а ходовую. Соседская газель, вообще драла. Мужики с первого этажа уже работают. Короче, подъехал уже почти к этому автосервису. Находится в гаражах, я так понимаю. Кулибинский какой-то сервис, хер узнает. Находится вообще хрен знает где. По внедорожью тут ехал, скакал. Ну, из гаражей, видимо, переделали, сделали автосервис. Приехал немного раньше, но еще подожду. Сейчас подъедем, посмотрим, короче, что там. Ну, вот уже вижу, газельки стоят. Наверное, на ремонт кабины вон от газели. Ну, наверное, вот этот. Хотя тут, блядь, никаких знаков
указания нету, но, видимо, это автосервис какой-то. Пойдем пообщаемся сейчас. Ожидание. Предварительной диагностики. В боксе. Оставим машину, в общем. Диагнозы все те же самые, что и там сказали, в принципе. Только еще сайлентблоки добавили на рычагах, по-моему. Короче, хуй знает, сколько ее будут делать, сказали день, наверное, точно. Ну, как пойдет, как откручиваться будет. Я думаю, нормально откручивается, потому что до этого уже откручивали только что. И все запчасти у них есть. Надо масляный радиатор только докупить, привезти. Хуй знает, как сервис, блядь. Ну, такие, знаешь, работники, блядь, надо каждое слово из них вытягивать. Я таких прям не люблю, блядь. Не очень общительные, блядь. Вроде бизнес у них свой. А, блядь, надо контакт находить, блядь, такой прям... Вопросы прям задавать, сами ничего сказать не могут. Ну все, иду сейчас, меня торговый наш заберет. Поеду на работу, поеду масляный покупать в процессе. Сука, пока отсюда выберешь, охуеешь. У меня все в глазах, смотрите, тут какая пылища, машина ездит, блядь, дорога какая-то. Песок и пыль. Я сейчас пока дойду, весь грязный буду, у меня уже в глазах все рябит. Просто охуеть. Короче, в Рио он тусуюсь, с торговым поехал, по пути пару точек заехал, сейчас пошел на точку, сижу, жду его, и поедем на базу. Опять я здесь, в этих гаражах, везу масляный радиатор, потому что у них его нету, купил, и еще неизвестно, тот ли я купил, потому что, сейчас покажу, там они отличаются, там газали бизнес, не бизнес, там крепежи разные, ну что, можно просто крепеж переделать. И сами заморочат. Ну, там, в принципе, делов одна минута. Вот он радиатор. Кстати, он стоит вообще копейки, там около 800 рублей. И эти крепежи, бывают ушки короткие, бывают длинные. Но они вот на двух болтах, можно старые, если что, поставить. Я думаю, дорогой будет. А он недорогой, пойду сейчас отдам. Радиатор отдал. Я тут увидел много всякого брахла, типа Сандера, Логан. Распиленные колеса заезжал, тут Рено написано у них. Видимо, тут у них, может быть, какая-то мини-разборка есть на Ренохе, он бампера валяется, логановский. Всякого брахла тут до хера. Сиделка от Логана. Вон еще пол Логана распиленного. Торпеда вон. Все херни. Газели, в общем, сегодня уже вряд ли будет готово. Если будет, то сегодня забирать не буду. Может быть, завтра, надеюсь. И предстоит поездка в Москву на этой неделе, скорее всего. Москва больше к нам не едет. Посмотрим, что там отремонтирует, не отремонтирует. Короче, друзья, подписываемся на канал, лайки ставим, не забываем, комменты пишем и подписываемся на Инстаграм. Удачи всем!